Сегодня у нас очередная распаковка. Такой стол для компьютера, для ноутбука. Шел он из Москвы, из Мытищи. Это заказывал в Алиэкспрессе. Доставлен, ну, дней за 5, что ли. Очень быстро до Мурманска. Открываем посылочку. А, скажите, кто присылает? Кто? Продавец. Вот такая коробка. К сожалению, это все по-нерусски написано. Упаковано очень хорошо. Так это будет выглядеть в собранном виде. Так, вот она. Так выглядит, когда досталась коробка. Тут все защищено пенопластом. Все в пакетике. Вытаскиваем. О, тут даже вентилятор есть. Вот встроенный вентилятор, чего я не ожидал. А что такое пенопласт? Так, вот эта штучка. Вот это вот. Да, это сейчас я буду... Поиграть. Так, крепежи здесь есть. Крепежи и для мышки. Полочка. Что? Инструкция вот такая. Ну, не русском языке, но... Думаю, все понятно здесь, что к чему. Ссылку я на данный товар дам. Сейчас я его соберу. Покажу, как собирается. Она довольно просто. Собирается. Нажимаем на эту кнопку, давливаем и двигается соответствующая ножка. И закрепляется очень крепко. То же самое сделаем здесь. Нажимаем. Опять же, на свободном состоянии. Вот и четвертую. Нажимаем. Мы ее закрепляем, ставим как надо. Сейчас я ее так все я соберу. Практически сделал. Тут единственное, держалку надо прицепить, чтобы ноутбук не падал. Вот, крепится нелегко. Вот так вот. О! Вот так вот будет. Включи передачу, пап. Сейчас, подожди. Вот. Все тут регулируется, между прочим. И угол наклона. И ножки. Так, сейчас кое-как снимем. Тут вентилятор, кстати, очень хорошо охлаждает. Чего прохлаждает? Кам? Кам? Крутится. Включается к USB порту. Такая дополнительная система охлаждения. Вот типичный способ применения этой штуки. Сейчас я еще вентилятор включу. Так у меня он сильно нагревается. Вот, смотрите. Тут можно регулировать по-разному. И вот обычное. Павлик, удобно? Тут для мышки место сделали. Тут все очень классно. Устанавливается. Регулировать можно под себя по-любому. Она крутится, очень удобно крепится. Все. Можно. Все надежно. Да, кстати. Сюда можно еще кофе ставить. И лежать себе кино смотреть. Блаженствуешь? Так можно детям мультики смотреть. Вообще, играть, кстати, очень удобная вещь. Кстати, рекомендую. Тут еще отверстие есть. Видимо, что-то можешь еще саму придумать, куда-нибудь это втыкнуть, поставить. Вот так это выглядит. Можно лежать на кровати и смотреть фильмы. Снизу он вентилятор. Кстати, довольно мощно здесь все сделано. Так, сейчас посмотрим, какая температура. У меня температура обычно где-то 80. О, 72. Кстати, довольно неплохо. Очень. Сейчас, подожди. Ну, она, ну, по сути, она не очень, конечно, но... В принципе, можно, да, стул поставить и сидеть за ним.
Можешь ставить его на стол в таком положении.